откажитесь от роковой попытки проникнуть в смысл загадки. Не разгадав ее, рискуете вы жизнью. Да будь 100 000 жизней в этом бренном теле, безжалостный Турандот, я рад бы 100 000 раз пойти за вас на казнь. Готовься к испытанию, дерзновенный. Я жажду смерти или Турандот. Скажи мне, что едва ли? Скажи мне, что едва ли? Азартнее всего на РТР-канале. Во что в 11:15 поутру? Во что в 11:15 поутру? Играет вся семья, включая детвору. И что на взгляд священного дивана? И что на взгляд священного дивана? Идет в прямом эфире, без обмана. Ответь немедленно, а то... Ну и загадка! Русское народ! Что? Что? Ну, русское лото. В прямом эфире без обмана. Гениальный Евгений Багратионович Вахтангов поставил свою великолепную принцессу Турандот, определившую целое направление русского, да и всего мирового театра в 21 году, что, впрочем, никакого отношения не имеет к числу 62. Почти. А вот Карло Гоци написал свою принцессу Турандот в 1762 году. Ну, вы теперь понимаете, что 62-й тираж телевизионной игры лотереи «Русское лото» имеет полные права на существование в прямом эфире. год, 1962 год, чрезвычайно плодотворен для всего мирового кинематографа. Федерико Феллини, гениальный фильм «8,5», музыка Нина Ротта, которая сейчас и звучит в эфире, под которой я с удовольствием и представляю вам членов нашей тиражной комиссии. Начальник отдела Московского аэрогеодезического предприятия Виктор Жуков. Продавец акционерного общества «Весна» Галина Приданникова. Младший научный сотрудник Института мировой литературы имени Максима Горького Капиталина Назаренко. Уважаемые члены тиражной комиссии, внимательно, внимательно осмотрите наличие всех бочонков. Вот я сюда возвращаю бочонок номер 62. Проверьте все от 1 до 90, а также потом основательно все перетасуйте. А я тем временем предоставляю слово нашему мудрейшему компьютерному дивану и мудрейшей из мудрейших Галине Афанасьевой. Сегодня в 62-м тираже принимает участие 1 311 193 купленных вами билеты и абонементы. Все непроданные билеты установленным порядком уничтожены по акту тиражной комиссии. Общий призовой фонд игры составил 2 622 386 000 рублей. Ну вот, и последняя загадка решена. Все ли в порядке? Нет ли каких-нибудь нареканий? Ну что же, слава богу, наш игровой снаряд простой. Его остается только засыпать в игровой мешок. Удачи всем играющим в 62-м тираже! Вот ваши места, уважаемые члены тиражной комиссии. Внимательно следите и записывайте, как появляются бочонки из мешка. А я тем временем должен отправиться по всем законом нашей игры к игроку под номером 62, дабы перетасовать бочонки в мешке. Кто этот игрок? Я думаю, что представлять эту актрису вам не надо. Вы ее знаете давным-давно. Именно по этим куплетам.
Потому что в самом начале своей творческой карьеры она сыграла в фильме, который полюбился нам всем. Она сыграла рядом с замечательными артистами. Ильинским, Шмыгой, Яковлевым. Сыграла блестяще, все сделала сама. Сама фехтовала, сама прыгала, сама пела. Замечательная народная артистка России Лариса Голубкина! Ну что делать? Мы считали, что число 62 – это счастливое число для вас, потому что фильм Рязанова давным-давно вышел в 1962 году. Вот зачем разоблачили меня? Я не его... Все подсчитают, сколько никто... лет назад. Невозможно ничего подсчитать, потому что женское обаяние, оно вне времени и пространства. Спасибо. Скажите мне, Лариса, у вас есть еще счастливые числа? Я семерку люблю. Семерку? Посмотрим. Я приглашу вас за стол, вы поиграете. А сейчас почетное право перетасовать бочонки в мешке вот здесь. Вот так. Да, вот так перетасовать. Давай. Вот так вот. Ну вот, посильнее, посильнее, потому что от этого будет зависеть результат. Лариса Голубкина! В 62-м тираже играют билеты розового цвета с надписью, естественно, 62-й тираж. 17 декабря 1995-го, 11:15 по телеканалу «Россия» в первом туре выигрывает билеты или билеты, в которых раньше других будут зачеркнуты все 5 чисел любой горизонтальной строки. Такой билет претендует на денежный приз в размере... 52 миллионов 447 тысяч 700 рублей. Будьте внимательны, зачеркивайте в своих билетах. Удачи всем играющим! Номер 66. Айболит 66. Номер 66. Номер 65. Номер 65. Ну что же, еще перетасу. Номер 20. Один мы с тобой два берега у одной реки. Номер 21. Номер 14. У нас еще до старта 14 минут. Номер 14. Номер 53. Номер 53. Игра продолжается. Игра продолжается. Номер 77. Топорики. Номер 77. А номер 77 стоп это уже... Стоп-игра! Стоп-игра! Первый тур выиграли два билета. Их номера 04-67-276-14-54-498. Выигрыш по 26 223 800 рублей. Ну что же, номер 77. Это счастливое число нашей передачи. Я прошу вас сюда. Именно этим номером и закончилась борьба в первом туре. Во-первых, вы получаете сервиз от «Народной газеты», потому что в этом подписном сезоне «Народной газете» исполняется 77 лет. Счастливое число передачи. Это еще не все. Вы получаете мягкую игрушку от фирмы «Либерти», потому что именно это число оказалось последним в первом туре. Берите друга смело в руки, а также шоколадный набор от нашего самарского представительства «Лото С». Вот этот град призов свидетельствует о том, что нет предела удачи. У вас просто по-настоящему счастливое число передачи. Ну как же вы можете уйти? Как можно уйти в такую минуту? Как можно остаться одной в такую минуту? Помогите. Раз у вас такая счастливая рука, раз у вас сегодня так повезло, вы вытащите сейчас 5 бочонков из мешка номера игроков, которые сейчас займут места за игровым столом. Будьте внимательны. Номер 67. Номер 67. Номер 67. Вот ваше место. Нет. Мы сейчас потом вам поможем. Нет. Вот вы здесь остаетесь. Так, вместе с нами. А эти места занимают игроки, номера которых вы сейчас вытащите, зачеркивайте в своих билетах. Номер 49. Номер 49. Вот номер 49 садится здесь. Из уголочка, пожалуйста. У нас, правда, уголков нет в мешке. Номер 35. Номер 35. Номер 35. Вот ваше место. Ваше место здесь. А, это здесь. Ну что же.
Номер 68. Номер 68. Номер 68. И последний бочонок, который вам предстоит вытащить. Номер 25. Корней Чайковский, от 2 до 5. Номер 25. Ну что же, я вам от души желаю, чтобы все эти номера оказались в вашем билете. Вы их сейчас все зачеркнете. А также от души поздравляю со всеми этими призами. Счастливое число передачи. Порадуйтесь удачи человека. Ну что же, прежде чем мы перейдем ко второму туру, я должен вам огласить письмо Седовой Анны Ивановны, которая прислала нам тоже очень много лотерейных билетов. Я прошу их показать. Видите, здесь всевозможные лотерейные билеты. Анна Ивановна просит нас помочь ей получить по ним выигрыши. Анна Ивановна, это очень сложно сделать. Хотя здесь работа проделана огромная, средства затрачены. Мы не можем вам помочь в этом. Дело в том, что наша система выплаты билетов хорошо организована. Если вы выиграете по нашему билету, у вас не будет никаких проблем. Ровно по сроку, указанному в тиражной таблице, начинается выплата в наших региональных представительствах, если вы выиграли в регионе, а не в Москве. А если вы выиграли в Москве и области, то вы приезжаете в 4 филиала банка столичный, столичного банка сбережений. Это на Смольной улице, недалеко от станции метро Речной вокзал. На улице Лазо или Первой Владимирской, недалеко от станции метро Перова. Или на улице 1905 года, недалеко от станции 1905 года, и там вы спокойно получаете свои выигрыши. Что делать с этим, честно говоря, помочь вам в этом вопросе не можем. Мы отвечаем только за свои лотерейные билеты. Играйте в русское лото, я это повторял неоднократно. Итак, мы переходим ко второму туру. Во втором туре выигрывает билет или билеты, в которых раньше других будут зачеркнуты 15 чисел любой карточки. В данном случае в моем демонстрационном билете это верхняя карточка. Такой билет претендует на денежный приз в размере 78 миллионов 671 тысячи 500 рублей. Ну что же, поиграем. Как вы будете играть, где ваш билет? Не досталось билетов? Сенсация. Ну что же делать? Я могу вам предложить только играть по своему демонстрационному билету. Это сенсация. Играйте. Первый ход за вами. Ну, вам-то не надо объяснять, как играть в русский лото. Не надо. Номер 84, Федерико Феллини, 8,5. Номер 84. Как вас зовут? Александра. Александра. Александра, Александра. Этот город наш с тобой. Номер 30, ровно. Номер 30. Я всегда, прости, я говорю, 30 лет у монет не будет. Ну, дайте вам фломастер, давай. 9. Номер 79. Номер 79. Перед началом тиража у нас продаются билеты. Не хватило, действительно? Фантастика. В следующий раз их будет больше. Номер 60, ровно, пенсионер. Номер 60. Здрасте. Добрый. Номер 83. Номер 83. И вновь с вами. Перетасуем. Сюда вместе. Прошу. Номер 18. В жизни раз бывает 18 лет. Номер 18. Прошу. Счастливый. Счастливый. Номер 58. Номер 58. 40. Номер 40, ровно. Номер 40. 40 лет жены нет, не будет. 3. Номер 33, Илья Муромец. Номер 33. Прошу. Номер 1. Номер 1. Номер 1. Это счастливое число нашей передачи. Дело в том, что наша фирма «Дары Кубани», наш представитель в Краснодарском крае, учредил специальный приз для игрока столом, который вытащит счастливый бочонок под номером 1. Это путевка в санаторий
Золотого города Анапы, санаторий «Надежда». Счастливое число передачи. Ну что же, видите, как видите, там очень много счастливых бочонков. Посмотрим, как вам повезет. Номер 46. Номер 46. Прошу. Видите, что вытащили? Чёртова дюжина, номер 13. Номер 13. Ну как, в моём-то дела идут? 12. Как будем делить выигрыш? Думайте. Попала. Номер 12, дюжина. Номер 12. Номер 26 бакинских комиссаров. Номер 26. Прошу. Зубовка. Номер 82, бабушка надвое сказала. Номер 82. Так. Номер 39. Три девятые царства. Номер 39. Так. Поправьте тут у игрока микрофон. Микрофон упал. Ничего, у нас эфир прямой. Все наши неприятности только подтверждают, что мы работаем в прямом эфире. Номер 29. Номер 29. Я хочу, чтобы вас не только видели, но и слышали. 22. Так, а? 22. Номер 22 у тебя-то. Номер 22. Вы студентка? Работаете? Работаю. 55. Номер 55. Бой петухов. Номер 55. Прошу. Номер 45. Баба Яга, 5. Номер 45. Номер 45. Это счастливое число нашей передачи, потому что наша фирма, наша компания «Милан», которая проводит телевизионную игру лотереи «Русское лото», находится на Ленинском проспекте, дом номер 45. Счастливое число передачи. Когда человеку везет, с этим бороться практически невозможно. Да и не нужно, нужно просто порадоваться его успеху. Тогда и тебе когда-нибудь повезет. Номер 78. Номер 78. Внимание! Внимание! Среди играющих билетов один билет имеет 14 совпадений из 15 в одной карточке. Ну, раз появился билет, в котором 14 из 15 чисел уже зачеркнуты, каждый следующий ход может быть последним. Я предупреждаю вас, что компания «Милан» учредила специальный приз для игрока за столом. Этим игроком можете оказаться вы, который вытащит счастливый бочонок, который закончит борьбу во втором туре. Это пылесос «Сименс». Но если вы сейчас попадете именно в этот билет, именно в этот номер, который не зачеркнут, вы принесете удачу человеку и пылесос себе. Ну что же, проверим, насколько вы удачливы. Номер 64, шахматная доска. Не висит. Номер 64, лидирует два билета. Два билета. А ничего страшного, я иду по кругу, я еще вернусь. Ну вы решили, что будем делать с выигрышем, я не понимаю. Пополам. Пополам? 50. Я ему дал билет и пополам. Номер 10, 10 дней, которые потрясли мир. Номер 10. Игровая ситуация не изменилась. Не изменилась. Номер 10 – это счастливое число нашей передачи. 10 – это 10-процентная рождественская скидка, которая предоставляется всем владельцам автомобилей Mercedes-Benz станции «Логоваз Беляева» на сервисные работы с 25 декабря нынешнего года до 7 января 1996 года. Запомните адрес станции «Логоваз Беляева», улица Волгина, 6. А! Счастливое число передачи! «Логоваз Беляева» учредила специальный приз для игрока за столом, который вытащит счастливый бочонок номер 10. Вот что вы получаете. Это дорожный термос для любого автомобиля, в том числе и для «Мерседеса», который вы сейчас, наверное, можете выиграть пополам со мной. Счастливое число передачи! Номер 69 туда-сюда. Номер 69. Игровая ситуация не изменилась. Не изменилась. Кто претендует на пылесос «Сименс» от компании «Милан»? Номер 8. Обручальные кольца, наручники. Номер 8. Лидирует 9 билетов. 9 билетов. Я возвращаюсь к вам. Что там у нас с пылесосом? Просим. Ну что же. Номер 87. Номер 87. Стоп-игра! Стоп-игра!
Второй тур выиграли 2 билета. Выигрыш по 39 335 тысяч 700 рублей. Ну что же, мне всегда приятно, когда человек выиграл. Особенно приятно поздравить вас, сидящих у телеэкрана, выигравших довольно серьезную сумму. Там, наверное, сейчас в каждом доме праздник. Хочу предупредить вас, дорогие игроки, которые постоянно играют в нашу игру, что организаторы лотереи приготовили вам новогодний сюрприз. С 64-го следующего тиража мы начинаем розыгрыш суперприза «Джекпот». Правда, мне не очень нравится название, мы ждем ваших писем. Как называть суперприз в телевизионной игре лотереи «Русское лото»? Теперь у вас появится возможность выиграть в «Русское лото» до 500 миллионов рублей и более. Суперприз «Джекпот», пока будем так называть, выпадает на выигрышный в третьем туре билет или билеты, если окончание третьего тура придется на объявленный до начала игры ход или до него. Итак, будьте готовы к розыгрышу нового суперприза «Джекпот» «Русское лото». Вы все, игравшие за столом, получаете уникальную косметическую коллекцию «Мобель». Естественно, забираете все свои призы. Вы оставляете мне билет. Я продолжаю играть дальше, раз вы ничего не выиграли. А также желтые майки лидеров телевизионной игры лотереи «Русское лото». В третьем туре я попробую выиграть на этот билет. Попробую выиграть на этот билет. Приз третьего тура. На него можно претендовать, если в вашем билете будут зачеркнуты все 30 чисел билета. Такой билет претендует на денежный приз в размере 131 миллиона 119 тысяч 300 рублей. Каким номером у нас закончилась борьба во втором туре? 87. Номер 87. Прошу вас сюда. Естественно. Это счастливое число нашей передачи. Вы можете смело улыбнуться в экран. Может быть, вам везет так каждый день, я не думаю. Вы сейчас получите специальный приз от фирмы «Либерти». А пока вы должны вытащить 5 бочонков и номера игроков, которые сейчас займут места за игровым столом. Будьте внимательны. Номер 62. Номер 62. Сегодня 62-й тираж. 62-й тираж. 62 – это счастливое число нашей передачи. Компания «Милан» учредила специальный приз для игрока за столом, который вытащит этот счастливый бочонок под номером 62. Кто же забрал? Кто же забрал мой список? А, он упал. Номер 62. Помочь вам? Да, нет, ну что вы, не до такой степени. Ну что вы, а то я сейчас начну разговаривать стихами из гусарской баллады. Номер 62 – это фотоаппарат «Кодак» от компании «Милан». Сегодня 62-й тираж. Счастливое число передачи. Ну что же. Лариса, вы здесь. Очень важно. Номер 59. Номер 59. Номер 59. Номер 34. Номер 34. Есть. Голубкина есть. Хорошо. Номер 72. Номер 72. Ну что ж, перетасуй последний номер. Ну что же, прошу. Номер 47. Номер 47. Номер 47. Прошу вас за игровой стол. Вы получаете специальный приз от фирмы, мягкую игрушку от фирмы «Либерти», а также шоколадный набор от нашего самарского представительства «Лото С». Счастливое число передачи. Порадуйтесь успеху этой обаятельной женщины. Мы играем третий тур в такой замечательной компании. Все собраны. 47-й номер. Прошу вас, вы играете вместе с нами. Номер 47, последний номер этой, в этой пятерке. Лариса, как у вас там дела идут? В вашем билете как дела? В моем? Я не понимаю. 15. Номер 15. Номер 15. Здесь очень все просто. Есть номер, зачеркивайте. Как только все зачеркнете, сразу выиграете. И много. 100 миллионов. Ну, большие я называю суммы. Сейчас мы разыгрываем 131 миллион 119 тысяч рублей. Номер 73. Номер 73. Так, прошу вас. Осторожно. Номер 5. Номер 5. Номер 5. Прошу вас. Номер 76.
Номер 76. Так, прошу вас. Это ваш билет. Номер 85, начало перестройки. Номер 85. Кто засмеялся? Ничего смешного. Что? Я про перестройку. А, понятно. Номер 23, 2 притоп, 3 прихлопа. Номер 23. Есть? Да. Говорили, нету. Номер 20, Лебединое озеро. Номер 20. Номер 20. Это счастливое число нашей передачи. Потому что в уникальную косметическую коллекцию «Мобель» входит именно 20 названий. Акционерное общество «Атлантис» учредило специальный приз для игрока, который вытащит этот счастливый бочонок. Это утюг. Счастливое число передачи. Прошу вас. Номер 89. Дедушкин сосед. Номер 89. Ну и вновь счастливое число передачи. 89-й год – это год рождения «Логоваза». «Логоваз» – это крупнейшая компания в автомобильном бизнесе России. «Логоваз» – это 7 автомобильных направлений. Это General Motors, Chrysler, Honda, Volvo, Deo и самое большое технически оснащенное – Mercedes-Benz. Все это ждет вас в замечательном салоне на улице Волгина, дом 6. «Логоваз» – Беляева, счастливое число передачи! А вот вам приз от «Логоваз» Беляева. У вас есть машина? Нет пока. Будет машина, с этого все начинается. Ну что же, коготок увяз, всей птичке конец. С этого ящичка все машинки-то и начинаются. Номер 41. Номер 41. Номер 16, кругом 16. Номер 16. Прошу вас, Лариса. Чайка. Погречество, да, Лариса, чайка. Да, я знаю, да. Чайка, я чайка. Я чайка. Нет, не то. Номер 56. Не то. Номер 56. Номер 32. Номер 32. И вновь единственный день, это 32 число каждого месяца, когда станция «Логоваз» Беляева не работает. Уровень обслуживания станции отвечает самым высоким требованиям. Здесь вы можете приобрести более 10 тысяч наименований запчастей и аксессуаров. А самое главное, выбрать для себя самый лучший в мире автомобиль Mercedes-Benz. Любой модели любой комплектации по цене завода-изготовителя, улица Волгина, 6А. «Логоваз» Беляева, счастливое число передачи 32. И вам такой же ящичек, пусть вас внуки возят на Мерседесах. Очень даже приятно. Полтинник. Номер 50, полтинник ровно. Номер 50. Линия. Нет, сейчас мы уже играем только целый билет. Номер 11. Номер 11. Номер 11. Внимание. Да. Среди играющих билетов один билет имеет 29 совпадений из 30. Номер 11 – это счастливое число нашей передачи, потому что это так и называлось когда-то русское лото «Барабанные палочки». Вы получаете специальный приз от компании «Милан». Это тостер «Счастливое число передачи». Спасибо. А также, появился билет, в котором 29 совпадений из 30. Теперь каждый ход может быть последний. Я должен у вас спросить, да или нет. Да, если вы уверены, нет. Что… Нет, уже вы уверены, что после вашего хода игра продолжится. Ну что же, попробуем. Вам никогда не везет? Номер 38, Петровка 38. Номер 38. Игра продолжается. Игра продолжается, вы угадали точно. Лариса, да или нет? Да, если вы уверены, что после вашего входа игра остановится. Да. Остановится. Ну, я понимаю, только такая женщина, такая смелая, отчаянно могла сыграть Шурочку Азарову. Да. Да. Ну, пусть вам повезет. А если нет? Внимание. Номер 6. Номер 6. По-прежнему лидирует один билет. Нет, вы не угадали. Вы получаете утешительный приз от компании «Милан» уникальную косметическую коллекцию «Мобель», желтую майку лидера, нашу шапочку русского лотова. Возвращайтесь на место, но вы вернетесь скоро обратно. Я вас обязательно приглашу еще. Да, вы уходите, но ненадолго. Но вы обязательно вернетесь. Приветствуйте смелую женщину. Замечательно. Да или нет? Нет. Нет? Напугала вас?
Лариса Голубкина, нет, ну я что вы? Знала, что нет. Нет, да? Номер 28, Сена Косим. Номер 28. Игровая ситуация не изменилась. Действительно, вы угадали. Вы остаетесь за столом. Что вы? Что вы? Что вы? Ну что? Что? Нет? Нет. Совсем нет. Ну нет, так нет. Цена этому нет, может быть, телевизор Тошиба. Номер 54. Номер 54. Лидирует 5 билетов. Ну, действительно, нет. Если вы угадываете. Нет. А? Нет. Компания «Милан». Нет. Телевизор «Тошиба». Нет. Шестой тираж не можем разыграть. Нет. Нет, да? Смотреть нам этот телевизор не пересмотреть. Номер 36. Номер 36. Лидирует 14 билетов. 14 билетов, вы правы. Рискнете? Рискните. Рискнете? Рискните. Да. Да. Уговорил, хорошо. Номер 48. Половину просим. Номер 48. В группе лидеров 23 билета. Говорил я вас неверно. Вы покидаете наш стол с утешительными призами от компании «Милан». Да или нет? Ох, я забыла. Да или нет? Да. Да. Ну что же, и вы рискуете. Пора, пора, надо рисковать. Номер 27. Номер 27. Лидирует 35 билетов. Вы покидаете наш стол с утешительными призами. Остались одни мужчины, ну, да или нет? Нет. Нет? Нет. По-прежнему нет. Ты опять напугал всех, не могу. Номер 70. Номер 70. Стоп игра. Стоп игра. Третий тур выиграл один билет, его номер 08-47-436. Выигрыш 131 миллион 119 тысяч 300 рублей. Ну что ж, вы получаете утешительный приз от компании «Милан». Это магнитола «Панасоник», а также уникальные косметические коллекции «Мобель» и желтую майку лидера телевизионной игры лотереи «Русское лото». Номер 70, где вы? Номер 70, я прошу вас сюда. Вы получаете мягкую игрушку от фирмы «Либерти», а также шоколадный набор от нашего самарского представительства «Лото С». Счастливое число передачи. Им закончилась игра в третьем туре. А сейчас, на секунду, небольшая пауза. Сейчас вы будете продолжать играть в следующих турах, в четвертом, пятом и последующих. Сейчас небольшая музыкальная пауза, которую займет замечательный артист, которого любят все, и особенно женщины, Валерий Меладзе! Thank you.
Вместе с народной артисткой России Ларисой Голубкиной. Валера, вы не возражаете, естественно, что мы начнем с Ларисы. Первый ход за нею, прошу. Сначала общее, потом личное. Номер 90, дедушка. Номер 90. Прошу. Стоп-игра. Выиграла 3 билета. Выигрыш по 34 965 100 рублей. Номер 71. Номер 71. Стоп-игра. Выиграла 3 билета. Выигрыш по 43 706 400 рублей. Номер 9, 9 вал. Номер 9. Стоп-игра. Выиграла 11 билетов. Выигрыш по 11 919 900 рублей. Номер 80. Олимпиада в Москве. Номер 80. Стоп-игра. Выиграла 20 билетов. Выигрыш по 6 555 900 рублей. Номер 31. Номер 31. Стоп-игра. Выиграла 35 билетов. Выигрыш по 3 746 200 рублей. Номер 7. Номер 7. Стоп-игра. Выиграла 66 билетов. Выигрыш по 1 589 300 рублей. Номер 86. Номер 86. Стоп-игра. Выиграла 80 билетов. Выигрыш по 1 311 100 рублей. Номер 42. Номер 42. Стоп-игра. Выиграла 146 билетов. Выигрыш 818 400 рублей. Ну что же, 1 300 000 билетов. Номер 75. Номер 75. Стоп-игра. Выиграла 237 билетов. Выигрыш по 331 900 рублей. Вы получаете у нас суперприз. Подписку на газету «Труд» на следующий год. Счастливое число передачи. Что делается? Номер 81. Номер 81. Стоп-игра. Выиграл 381 билет. Выигрыш по 275 300 рублей. Номер 57. Вот. Номер 57. Стоп-игра. Выиграла 744 билета. Выигрыш по 140 900 рублей. Номер 17. Номер 17. Стоп-игра. Выиграла 1025 билетов. Выигрыш по 102 300 рублей. Номер 44. Номер 44. Стоп-игра. Выиграла 1626 билетов. Выигрыш по 80 600 рублей. Номер 88. Номер 88. Стоп-игра. Выиграла 2194 билета. Выигрыш по 59 700 рублей. Разыгрывается номер... последний тур. Номер 4. Последний номер передачи. Номер 4. Стоп-игра. Выиграла 5185 билетов. Выигрыш по 146 700 рублей. Я прошу, уважаемые члены нашей тиражной комиссии, внимательно осмотреть все, что осталось в нашем игровом мешке. На 79-м ходу игры призовой фонд разыгран полностью. Это номера. Номер 52. Номер 52. Номер 24. Номер 24. Номер 63. Номер 63. Номер 19. Номер 19. Номер 2. Номер 2. Номер 3. Номер 3. Номер 61. Номер 61. Номер 51. Номер 51. Номер 74. Номер 74. Номер 43. Номер 43. Номер 37. Номер 37. Компьютерная группа, есть ли в 62-м тираже билетов, которых остались незачеркнутыми, все эти числа? В 62-м тираже нет победителей тура неудачников. Нет. Прошу прощения. Три победителя тура неудачников. Три победителя. Я прошу вас в течение ближайших двух недель позвонить в компанию «Милан», где вы будете претендовать все трое на специальный приз компании «Милан» для неудачников. Я благодарю всех членов тиражной комиссии за плодотворную и серьезную работу. Я вручаю вам призы от компании «Милан». Поздравляю вас со всеми наступающими праздниками, приближающимся Новым годом. Уважаемые друзья, дорогие мои, а почему уходите? Оставайтесь вместе с нами. Валерий, я благодарю вас за участие в нашей передаче. У нас осталось несколько минут всего. У нас осталось несколько минут. Я прошу вас побыть вместе с нами. Валерий, я должен вас пригласить к нам на передачу. Возможно, вы нам... к нам придете, мы хотели бы услышать какую-то премьеру вашей песни. Сегодня у нас время не позволяет вам, мы можем предоставить вам специально для этого время. Вы даете согласие? Да, безусловно. Принципиально.
Сегодня большой поток информации. Лариса, я благодарю вас за участие в нашей передаче. Я вручаю вам с удовольствием призы. Где наши призы? Ну вот они. Во-первых. Я вручаю вам призы от компании «Милан» и благодарю вас за участие в нашей передаче замечательных артистов Валерия Меладзе и Ларису Голубкину. Я благодарю тех, кто прислал этот портрет, с которого мы позволили себе сегодня начать нашу передачу. Не знаю, насколько, как это соответствует действительности, но мы вместе с дирекцией «Русского лото» подумали заказать общий групповой поясной портрет. Я прошу авторов к нам в компанию «Милан» позвонить. Благодарю вас и приглашаю вас на следующий тираж. Дорогие мои, напоминаю вам, что приближается новогодний тираж. Я думаю, что для каждой семьи будет самым лучшим подарком билеты телевизионной игры лотереи «Русское лото», тем более, что по-прежнему они стоят всего 4000 рублей. Их можно купить в любых отделениях Сбербанка. Кстати, не только купить, но и проверить, что очень важно. И в киосках «Спортлото», а также у наших распространителей и в наших региональных представительствах. По-прежнему вам напоминаю, что телевизионная игра «Лотерея» выходит каждое воскресенье в 11:15. Мы надеемся, что это будет и в наступающем 1996 году. Мы благодарим вас, всех собравшихся здесь, азартных игроков в студии, за участие в этой передаче. Вы были сегодня обаятельны, хороши и очаровательны. Я от души поздравляю всех тех, кто выиграл в сегодняшнем 62-м тираже. Внимательно следите за таблицей. Там точно будет указано точно время начала выплаты выигрышей. Играйте в «Русское лото». Риск минимален, азарт благороден. Выигрыш огромен!